Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел, и мы продолжаем прохождение игры BioShock Infinite. Собственно, в прошлый раз мы здесь остановились. Я начал снова с чекпоинта. Вот. Тихо. О, чёрта. Твою мать! Нет, нормально. Я уже думал, сейчас все. На этом сейчас все закончится. Но нет. Вот. Собственно, в прошлый раз, насколько вы помните, мы на этом закончили. Вот. И теперь продолжаем. Горячий парень. Ладно. Daisy said she was coming here for Fink. We need to take that elevator up. Bet it leads to Fink's office. Ладно, так. Все тут сожгли. Финктон, как говорится, уже все. Не жилец, мне кажется. Так, если так будет. Я ваша. Так, а если сравнить? Давайте возьмем, в принципе, ладно. Согласитесь? Ну так все лучше. То мне уже, в принципе, надоело поджигать врагов. Чисто для разнообразия. Да, пацана не спасло. Не спас джинтоник. Не бойтесь, я в огонь не иду, я смотрю просто. А вот. И вроде как Дейзи Фицрой нам должна на дирижабы. Насколько. Насколько я помню, насколько вы помните. Есть такое дело. Давайте сходим. И заберем то, что нам вроде как нужнее. Не, конечно, не по праву наше, но нужнее. Лизабет, не пригорюнивайся. Сейчас все будет. Вон тут тоники, сами все раскиданы. Да. Печально. С таким видом прям смотрит. Да, вся эта мануфактура пошла к черту на куличики, называется. После того, как народное восстание случилось. Ну что, люди... Грубо говоря, друг друга эксплуатировали. They're just right for each other, aren't they? Who? That's Roy and Comstock. Почему? Maylin? Mr. Lin? My God, I was so set on getting to Paris. I didn't really think that... You couldn't have known this would happen. I had a role in this catastrophe. If you want to pretend that we're purely innocents in this, then that's your prerogative, but... Ты... что? Ну, я отвечу. Hello? Fink? I saw you die, Booker. Saw with my own eyes. Fitzroy. Listen, I got you your guns. I'm here for my airship. But my Booker DeWitt died for the Vox Populi. You either an imposter or a ghost. My Booker DeWitt was a hero to the cause, a story to tell your children. You just complicate the narrative. Так отдай дирижабль, я уйду. Куда проще. Ай, судя по всему, сейчас будет плохо все. Как всегда. Элизабет, погнали. Так, что это такое? Магазинная винтовка. Не.
Блин, почему у того парня получилось сломать эту вывеску? У меня не получается. Обидно. Давай. Шо? Лишняя деньга мне не помешает. Как всегда. Вот. Как-то так. Так, не туда, но я тут похожу. Погляжу, что тут есть вообще интересного. Тут мне ничего, в принципе, не надо. Хотя да, закупиться не помешает для ручной пушки. Вот. Пистолет-колотушка. Ну и название. Ладно, в принципе, нормально. Так, и... карабин. Закупились. Так, тут у нас что? Селение Мустанга. К наскоку. Во, слушай. Это здорово. Но денег нету. Летельность оглушения. Шок-жокею. Блин, все хорошо. Ну, кроме вот этого. Ладно, покупаем. А вот пригодится. Так, ну тут тоже можно было бы что-нибудь. Вот, вот! Вот чем, на что мне не хватило, к сожалению. Ладно. Сейчас что-нибудь найдем. Так, тут денежек нету нигде. Нету. Стоп. Это с первого раза не заметишь. Шляпа, верные враги. Лопашная несколько секунд жертва станет вашим союзником. Ладно. Это мне нафиг не надо. Вот. Кстати говоря, подожди, минуточку. Я же, по-моему... Нет. Так, а тут у нас что вообще есть? Ничего толкового. Ладно, а тут вот, вот, я здесь, по-моему, хотел. Вот, да. Окей. Хотя, кстати, я вообще не думаю, что Букер ходит в шляпе, если так подумать. Ну, как-то не вписывается в его костюм шляпа. Ладно. Тем не менее, переоделись, полутали, все сделали. Так, что написано? Ага. Главный офис Комстока. Этого. Финка. Комстока. Так, читаем на паузе запись. Технологии. Башня. Отлично. Слушай, а сейчас мне хватит денег на то, чтобы мою эту ручную пушку подкачать. Need money? Here. Ага. Вот. И отмычки у нас теперь есть. Давайте быстренько сбегаем и сделаем все, что я хотел. Видите, обоймы так. Снижение отдачи. Вообще замечательно. В принципе, теперь
Замечательно. Теперь и карабин хороший, и ручная пушка в самый раз. Но рано или поздно на нее патроны кончатся. Что это? Что это такое? Какой-то осьминог. Ой. Ой-ой-ой. А-а-а! Что у меня с руками? Какого черта? Это же ненормально. Понятно. Швырнуть. Child's play. Детская игра, говорит. Ладно. Got it. Пойдем. Детская игра. Поиграем по-взрослому. Что ты так орёшь-то? Опа. Опрометчиво. Очень. Все. Слушай, удобная вещь. Улетел. Блин, намного жрет. Блин, недалеко он улетел. Тихо. Все. Парень закончился на этом. Ребята, я же вам помогал. Я же воевал за вас в этом мире. Вот вы как не отплатили. Зайца, захочешь сделать доброе дело, и то не дадут. Блин, одни деньги. Пошел он. Давай. Так, Лиза, вот отойди. Парень решил полетать. Полетел еще дальше. Окей. Давай. О боже мой. Офигеть. Так, ладно. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Так, ладно. Хорош. Ох. Не слабо мне приложило. Go ahead. Alright. Это ж катушка Тесла. Защищай меня, катушка Тесла. Все. Давай. Мне как раз плохо стало. Так, что это? Какие-то там штаны дали. Нереально крутые. Так, что это за... Сейчас я быстренько посмотрю.
Ладно, видимо, ничего. Я подумал просто, что не глядя их взял. Что за звуки? Так, кстати, да, Фицрой. Я иду за твоим скальпом. И за тоником. Kill that child. Booker, we have to do something. We have to act. Да. We have to get in there. Есть идеи. Открывай портал. Come on, Booker, we've got to get out of here. Boost me up. Ну давай. Залезай. Давай. Go to the window and distract Daisy. Оп. Go! Фицрой. Алло, хорош. Is this it? Тук-тук. Is this your movement, Daisy? This is what needs to be done. You see, the founders ain't nothing but weeds. Cut them down and they just grow back. If you want to get rid of the weed, you gotta pull it up from the root. It's the only way to be... Всё? Да. Elizabeth. I guess it runs in the family. Да. Некрасиво получилось. Совсем некрасиво. Тихо, тихо. Опусти эту вещь. Выкини. Выкини, пожалуйста. Кстати говоря. Раз что-то пошло тут. Что-то да есть. Эх. Так, а как бы туда попасть? А, вот. Что я затупил. Ладно. Экстракт щита. Да. Just what the doctor ordered. Вот и все. Вот и все. Мануфактурщик. Это чья запись? Букера никак. Контора Ереми... Еремири Финка. Читаю на паузе. Да. В общем-то, Букера в этой реальности убили, потому что он пошел по пути типа хорошего человека. Так-то он вроде как нейтралитет сидел, а? Подлечимся. Есть что-нибудь выпить? Надо бы выпить. Координаты. Вообще что-то непонятное. Непотребство какое-то. Блин, госпиталь тут устроили? Так. I've been there. What are you doing in there? Элизабет, ты там это руки на себя не наложи только. Делай, что хочешь, только не накладывай на себя руки. На всякий случай. С ножницами убежала. Как бы надо было отобрать. По-хорошему-то. Капец. Вот так вот. Называется «Попробовал жизни по полной программе». Элизабет. This is all they had. Listen. How do you do it? How do I do what? Forget. How do you wash away the things that you've done? You don't. You just learn to live with it. So the moment of truth between us. New York or Paris? Что-то мне кажется, сейчас ни то, ни другое. Блин. Come on, we gotta find a way to make this thing go faster. Так, как? Давай. Направо, налево, куда-нибудь уже, не знаю.
you know what that looks like? I don't know. Help me find it. Да стукни ты по панели, да и все, кулаком. Капец. Элизабет, держись. Блин. Приложили. Не слабо. Где мы сейчас, интересно, оказались? That's not it. Certainly is. Is it? Is. Блин, опять они. Сколько можно? Смотри, опять они. Booker, we've got to stop them. No, that's the E. No, Booker, hurry. Сейчас, сейчас, подожди. Иду, иду. Play the whole song, he'll come back. No, you try. Отойди. Заела маленькая дверь. Что-то. Stop it! Элизабет, бей их по голове. Чем тяжелым, как меня. Кирпичами он закидай. The notes were correct. The instrument was not. One needs both to get his attention. But if you know how to sing to him, he will take you where you need to go. Что это? Who are you? We are where we are needed. And needed where we are. So Comstock uses these songs. Are there others we can use? Something to keep the bird off our back? Perhaps you should ask the maestro himself. So where is he? Отлично. Of course. Как всегда. Well, at least they left the piano. Элизабет, лицо попроще. Сейчас мы что-нибудь сделаем. Сейчас я что-нибудь найду потяжелее. А. Я думал сыграть на нем. Его подвинуть. Давай. Ну. Тяжелый, зараза. Booker. That's Comstock House. If we're gonna find him, we should start there. Пойдем в гости. We need to leave the dock. We need to push off. Where are these people going? Wherever the Vox Populi ain't. Close your eyes. And jump. You can do it. Come on, you can do it. Just jump. Только, говорит, самое необходимое возьмите, там... Офигеть! Мне нравится, возьмите самое необходимое, там 3-4 человека стоит на этой барже. И все. 4 человека стоит на барже и куча вещей непонятного происхождения. Какого черта? Придурок, скидывай все это туда, вниз. Тебе там нахрен не надо. Капец, что тут началось, конечно. Это ненормально, на мой взгляд. Ладно. Так, еще что у нас по времени? Еще 10 минут? Хорошо. Хорошо, еще 10 минут в запасе есть. Я думаю, мы уложимся. Ой, помните, как все начиналось хорошо? Принужденно. Музыка играла, птички пели. Все было здорово и хорошо. Пришли в город мы, города не стало. Так, пошли. Элизабет, твой, конечно, новый наряд, мне это, маленько нам привыкнуть. Хотя как привыкнуть? Именно вот на всяких артах и трейлерах был именно этот наряд. Все-таки шматье выкинули, ну ладно. Ладно. Давай. Окей, catch. Хорошо. Где ты там все деньги находишь, мне интересно? По помойкам, что ли, лазишь? Подожди. Так, сейчас я... Так, на всякий случай. Мало ли мы еще с дробовиком побегаем. Что такое? Кто тут кого насилует? Ладно.
Сейчас все будет. Сейчас мы совсем разберемся. Elizabeth? There you go. Join the fight! He's got a flat cannon! Скоты. Просто скоты. О, тут еще один летит, пожалуйста. Так, иди сюда. Все. Ай-яй. Давай. Блин. Плохо. Блин, часть денег теряю. Плохо. Это хреново. Это очень хреново. Учитывая мои финансовые трудности в этой игре. Так, здоровье врагов. Ну ладно, что, второй раз за игру убили. Не так уж страшно. Я говорю, тебя слышу, главное. Да блин. Да где? Ладно. Сейчас все будет. Сейчас, ребята, все будет. Все, я подкрепился. Хорош, ну. Строили тут. Все. Парень закончился на этом. Ананасы, ананасы, это хорошо для здоровья. Ох! Чуть со взрывом. Ладно. Как-то так. Мы прошли, но что-то, не знаю, то ли тяжелее, то ли я только уже отыграл. Ладно. Не в этом суть. Открывай. Кстати, как-то Элизабет быстро очень отошла. Excited when I heard it. Excited? He was all I had. He fed me. Brought me books. He was my friend. Friend? Until I grew up. And I hated him. Because he was my warden. He's just Comstock's pet, isn't he? Just like me. There. Ладно, идем. Fitzroy's no better than Comstock. Once people get their blood up, it ain't easy to settle it down again. This is on our hands. Офигеть. Скальпы. Тупо скальпы. Ага, мне туда. Can you unlock this? That won't take but a minute. Чё, купить не могу? Ладно. Давай. Так, ну тут, в принципе, тоже ничего не надо. Все есть. Причем довольно много всего. Go ahead. All right. Нагреватель. Ну-ка, что за нагреватель? А, это этот, слушай. Точно. Я и забыл. Ну, ладно. Нагреватель, он, конечно, хороший, но... Там всего два патрона. Нагреет еще нас. Этот
Нагреватель. Между тем еще один тоник. Что тоже само по себе неплохо. Найс. Да, найс. Так, ну что, есть кто? Никого. Хорошо. Хорошо, идем. Идем. Хотя знаете что, я в принципе предлагаю на этом данную серию завершить. Она была довольно продолжительная и богата на события. Так что все, в следующий раз увидимся. Пока что все. С вами был Павел, всем всего хорошего, до новых встреч, пока.